BC. Шуше – культурная столица Азербайджана. При поддержке фонда Гейдара Алиева и Государственного агентства по туризму собрались кулинары из разных стран мира. Наряду с Азербайджаном – повара из Германии, Австрии, Китая, Франции, Грузии, Ирана, Израиля, Италии, Малайзии, Турции и Японии представят кухню своих стран на международном кулинарном фестивале, который продлится до 8 мая. Гости также смогут научиться тонкостям кулинарии, посетив мастер-классы от профессиональных поваров. В мероприятии также принимают участие международные эксперты в области питания и кулинарные блогеры из разных стран. Во время фестиваля представлены не только блюда народов мира, но и материальные и духовные ценности различных стран. Согласно этой концепции, установленные на фестивале павильоны созданы с учетом архитектурных особенностей, присущих странам, которые они представляют. Каждый павильон будет приветствовать гостей национальной музыкой, будут продемонстрированы отрывки из известных произведений. В Узбекистане.